Тем, кто планирует строиться. ГПЗУ или по-другому градостроительный план земельного участка. В каких случаях необходим, для чего его делают и почему важно заказать человеку, планирующему покупку земельного участка. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакиным. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. ГПЗУ или по-другому градостроительный план земельного участка необходим в нескольких случаях. Например, при получении разрешения на строительство, при подготовке проекта документации, при покупке земельного участка. ГПЗУ – это своего рода выписка на земельный участок. В нем есть правила использования этого земельного участка, строительные нормы, а также имеющиеся ограничения. То есть это очень важный информационный документ, и важен он в первую очередь при покупке земли и начале строительства. Только в ГПЗУ вы можете узнать так называемое пятно застройки. То есть место, где можно начинать строить здание. На практике часто происходит так, что пятно застройки не оправдывает ожиданий собственника. Например, когда участок довольно большой, а место строительства всего 1/4 этого участка. Особенно неприятно это для владельца, только что купившего земельный участок. Идем дальше. Выдает ГПЗУ орган местного самоуправления, простыми словами, администрация. Услуга бесплатная. Получить ГПЗУ может только собственник или арендатор, поэтому перед покупкой советую запросить его у продавца. Друзья, если вам потребуется тщательная проверка участка перед покупкой на предмет возможных негативных процессов, вы можете обратиться ко мне. Я подготовлю юридическое заключение с рекомендациями, стоит заключать сделку или лучше отказаться. Все мои контакты есть в описании к видео. До новых встреч!